Всем привет! И это мой ночной влог, а точнее влог о моей ночной учебе. У меня уже как третий день длится дистант из-за погодных условий. Вот сегодня, завтра у нас понедельник, 15 января. Вот, и завтра у нас тоже дистант. Вот это третий день получается. И помимо того, что нам задают домашнюю работу, так как мы на дистанционном обучении, нам и задают и классную работу. То есть из-за того, что мы не пошли в школу, из-за погодных условий, нам задают классную работу. И делать просто такое количество нагрузки, это реально очень сложно. Поэтому мы с вами сегодня... Хорошо, что я сделала на прошлые дни вот то, что я сейчас говорила, сделала домашку. Мне надо сейчас предстоит сделать на понедельник домашнюю и классную. Я не знаю, классную там только вроде по биологии выложили. И сделала еще плюс на вторник домашку. Поэтому влог обещает быть интересным. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну, а мы начинаем. Тут, в общем, я мылась, а потом садилась делать уроки. Чтобы взбодриться, я налила себе кофе с молоком. Я, конечно, кофе не люблю, но чтобы одержать такую длинную ночь и очень сложную, я вот все-таки теперь с этой минуты полюбила кофе. Ура! Я включила свет, взяла вот такую вот печеньку бомбар с протеином. Вот, сейчас я делаю алгебру, мне примерно вот столько номеров делать, вот, но это еще не все. Мне очень страшно, помогите. В общем, я пошла делать. Смотрите, углубленный уровень. Ура! Я уже сделала первый номер по алгебре. Мне еще столько номеров делать. Пожелайте мне удачи, потому что мне не только алгебру делать, а еще кроме алгебры очень много уроков. Итак, время 23:10. Начала я буквально 20 минут назад. Сделала я только что 728 номер, сейчас перехожу к 729 номеру. Вот, и потом остальные, получается, два мне остается остальные. Я сделаю алгебру. Время 23:30, я закончила алгебру, наконец-то. Теперь я сейчас буду переходить к геометрии и к русскому, и к остальным урокам. Время, вот, смотрите, ровно. Я делаю русский язык уже второе упражнение из трех. Это первое, это второе. И смотрю, время на 16. 4 сезон, 8 выпуск. Это не реклама. Время у нас 1:17. Упражнения и наконец я их написала.
сделала я тест по алгебре. Тут всего 10 заданий. За 45 минут я сделала все за 10. Смотрим. Вот, столько заданий у меня неправильно. Давайте посмотрим. Так. Так. Дальше тут правильно, тут правильно. Так. Это мы смотрели, смотрели. Так. Вот тут тоже по возрастанию. Тут тоже. Дети больше. Угу. В общем, такие ошибки. Вот. Ну а так, давайте посмотрим, сколько у меня баллов. Должно быть 4. Да, 71 балл это 4. Ой, просто 76 это вот 4. Ну что, всем привет. Сейчас у нас время 3 часа дня уже. Если что, я уснула, точнее, как я сказала, прилегла. Примерно где-то в 2:30 ночи, наверное. Потом я встала либо в 5, либо в 6 часов утра доделывать. Я не помню, что. У меня просто... Я вчера все забыла, что вот... Точнее, что сегодня я делала. Вот. Но я вот точно помню, я не сделала биологию, поэтому сейчас сижу и делаю ее. Вот. В принципе, вот такие вот дела. Завтра, скорее всего, мы уже идем в школу. Вот. Сейчас доделаю биологию. И что-то мне еще вроде осталось. И все. И я свободна. Правда, мне еще химию надо сделать. Но мне надо распечатать, только потом я ее буду делать. Да. Я нарисовала таблицу, правда, не надо было делать еще второе задание, я не очень понимаю. Мне, в общем, там корни, ну, видоизменение корней, и там надо выбрать лишнее. А я не понимаю, какое там лишнее, вот, поэтому спросила у учительницы. В общем, это самостоятельная работа. Тут 8 заданий, и еще на обратной стороне 2 задания. В общем, сейчас буду решать. Там еще задание по химии и таблица по литературе, которую мне надо вклеить в тетрадку. Я решила самостоятельную работу с помощью моих справочников. Вот, не залезая в интернет, я вот написала, сейчас пришлю учителю. Ну что, ребят, я так рада. В общем, мэр города объявил, что завтра, 16 января, дистанционного обучения не будет, а все школьники просто отдыхают. Он написал: для обеспечения безопасности детей при проведении расчистки города принято решение вторник 16 января во всех школах городского округа для всех учащихся объявлен дополнительным каникулярным днем. То есть все, завтра у нас день каникул, что ли? В общем, смотрите. Вот такое вот сообщение. Официальный Юрий Схалинск. Также у нас тут есть группа классная. Вот. Сюда вот я скинула. Все, конечно же, порадовались. Вот я тоже сердечко поставила, но поставлю огонь. 8. Вот. Так что вот такие вот дела. Завтра мы отдыхаем. Ну, а я завтра буду учиться. Вот, биологию и химию решать. Итак, ребята, я вам хотела сказать, что сейчас учитель нам написал в наш чёрт наши оценки самостоятельно. Почти у всех, даже у отличницы, двойки и тройки. У отличницы тройка вроде бы. И у меня, и у еще одного мальчика 5. Все, больше из нашей первой группы 5 ни у кого нет. У меня и у нашего моего одноклассника все. Это капец.
Вот я сейчас пишу лабораторную, у нас учительница соберет тетрадки, поэтому сейчас пишу вывод, еще хочу морковку сейчас нарисовать, ну надо ее нарисовать, и дописать вывод, вот. Вот написала небольшой вывод, вот эту таблицу не надо было, но я ее не сделала, вот только эту, такую морковку нарисовала, вот. Все, я закончила рисовать, и, короче, можно сказать, что я закончила биологию делать. А тут я уже в такси и еду на прогулку с подружкой.